Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня в редакцию «Блокнот» поступила очередная жалоба от жителей города. В торговом павильоне «Дымок», расположенном на территории, прилегающей к жилому дому номер 182 по улице Горького, ведется продажа табачной продукции с нарушением закона. Расстояние от детского сада «Гусельки» до нашего табачного павильона составляет менее 100 метров. Сейчас мы это и проверим. Так как между детским садом «Гусельки» и табачным павильоном «Дымок» по прямой линии стоит дом, мы сделаем два замера. Первый замер у нас будет от детского сада до дома, второй – от дома до табачного павильона «Дымок». Таким образом, мы узнаем расстояние между объектами. 45,6. Теперь мы идем делать второй замер. Расстояние от дома до табачного павильона «Дымок» составило 25,6. Следовательно, общее расстояние от детского сада «Гусельки» до торгового павильона «Дымок» составило 71 метр.